Быстрее ставь лайк за 3 секунды, если любишь играть в игры! Беги, беги, беги! Бегу! Да долго бежать! Сколько еще бежать мне? Тебе не скрыться! Это мы еще посмотрим! Сейчас я добегу, блин! Сейчас я бегу еще! Вот еще сколько бежать, блин! Скоро увидимся! Бегу я! Да сколько еще бежать-то? Я уже устал! Опа! А это у нас мотель? Beer Heaven? Вот это повезло! Вот это подфартило! Живем, живем! Ну что ж, ребятки, с вами по-прежнему Овер, и сегодня мы поиграем вместе с вами в игрушку под названием Beer Heaven Nights. В общем, суть этой игры, друзья, достаточно простая. Мы вместе с вами приглядываем за отелем, на который нападают медведи. Отель располагается в лесу, и нам нужно переживать ночи. То есть нам нужно каждый раз продержаться до 6 утра, примерно как во ФНАФ. Только здесь нам нужно укрываться от медведей, соблюдать тишину, соблюдать порядок, не попадаться им на глаза и так далее. Ну а также в наших номерах отеля будут случаться различные поломки. И наша главная задача до 6 утра успеть все починить. Иначе страшные медведи всех убьют! Ставьте лайкусик, ребят, если успели поставить за 3 секунды. Вторая попытка, заранее огромное спасибо. Ну что ж, я предлагаю, ребят, немножечко изучить сначала наших врагов. Итак, это у нас медведь ничем не примечательный. Обычный медведь. Ну а дальше, ребят, у нас еще, видите, закрытые персонажи. То есть, как я понимаю, чем дальше мы будем играть, тем больше персонажей у нас будет доступно. Ну что ж, давайте попробуем, друзья. Итак, ночь первая, понедельник. Мы запустили новый цикл тестирования нашей системы безопасности. Испытуемый 37 должен получить основные инструкции на его КПК. Мистер Тед, мы с вами, как мы поняли, испытуемые 37, ребят. Так, у нас вот есть карта. Ага. У нас есть телефон. Испытуемый 37, теперь ты под нашим контролем. Не пытайся бежать, из этого ничего не выйдет. Жди дальнейших инструкций. Окей, босс. Ждем дальнейших инструкций, ребят. Вот она, пришла нам. Проведи по экрану, чтобы осмотреться. Нажимай на красные стрелки снаружи для перехода к другой локации. Так, смотрите. О, это мы вот так вот, ребят, смотрите, разворачиваем. Проверь двери и найди открытые номера мотеля. Некоторые из них временно заперты. Так, а по стрелочкам? А по стрелочкам мы вот так бегаем. Ого, блин. Нифига себе. А как вот выйти? Ага. Так, ребят, слушайте. Неплохо, блин, короче. Мед. Так, ну я проверил. Первый номер открытый. Второй открытый номер. Так, в принципе, ребят, все открыты. А, вот, один закрыт. Этот тоже открыт. Тут какой-то у нас вообще склад. Что у нас там по карте, ребят? Номер один, номер два, номер три, номер четыре. Где-то сработала тревога. Открой карту с помощью кнопки вверху и найди это место. Затем иди туда. Ну вот я, ребят, кстати, уже открыл карту. У нас номер один. Смотрите, тревога. Там что-то загорелось. Ну-ка, давайте посмотрим, что там произошло. Так, что-то тут, ребят, какая-то тревога. Давайте в номер один, быстро. Где у нас первый номер? Сюда. Назад. Вот он, заходим. Что тут случилось? Оу, тут сломалось, надо починить. Теперь тебе нужно починить сломанную панель, ребят. Я и так сам починил. Так, а тут у нас, смотрите, ребят. Если дойдет до конца, то зазвонит телефон. И нам нельзя, ребята, чтобы был шум. Иначе на шум придут медведи. На шум телефона. И давайте проверим на шум телевизора тоже, смотрите. О, все, выключил, хорошо. Так, ну ладно, выходим отсюда. Нам нельзя долго задерживаться в номерах, насколько я понимаю. Потому что нужно будет следить за шумом. За уровнем шума. Ну, в принципе, все, ребят. Тут у нас есть клуб. Дискотека века, ребят. Есть у нас, получается, сарай. Номер один, номер два, номер три, номер четыре. Склад и охрана. А еще туалет, ребят. А ну-ка, камера в туалете. Камера в туалете закрыта. Где-то телефон. Ребят. Ё-моё. Где-то телефон, где-то шумит. Нам нельзя, чтобы шумело. Давай назад. Блин. Походу все, походу не успеешь, сейчас придут медведи. Где, где? Так, не здесь, во втором номере. В каком? Шум. А вот, фух. Успел, успел, ребят. Нам нельзя здесь громко шуметь, иначе придут медведи и всех нас съедят. Смотрите, у нас время-то тикает уже 3 часа, понимаете? 3 часа, нам нужно до 6 продержаться, ребят. Я напоминаю, вон там медвежьи глаза были сверху.
Так, в клубе проблема. В клубе проблема, ребят. Бежим в клуб. Как в клуб попасть? Это клуб. Это склад. Так, вот клуб. Тут у нас что-то произошло. Вот, починка сломалась, блин. Фух, успел. Это один из них. Беги, найди комнату, где ты можешь спрятаться. Например, это комната номер один. Короче, ребят, один из медведей за нами бежит. Надо выйти. Вон он, видите, ребят, сидел там. Быстро назад. Короче, жестко, куда я бегу? Не туда, не в ту сторону. Боже, быстрее назад. Надо в номер один. Все, сныкаться. Фух, зашел. Так, теперь выключи весь свет, сиди тихо, смотри в окно, ничего не должно издавать звуков. Следи за таймером предметов. А, звук! Туда его! Свет! Сидим! Фух, ребят, вот о чем я говорил. Медведи пошли нас атаковать. Вот он. Мы молчим. Мы смотрим в окно. Назад. Так, поздравляю, испытуемый 37. Ты смог выжить. Как видишь, это был медведь. Просто медведь. Ну, конечно, ребят, блин. Фух, мы с вами выжили, ребят. Отлично. 4.30. Так, что у нас там по поломкам? В сарае поломка. Боже ты мой. Идем в сарай, ребят. Что тут у нас в сарае? Тоже, блин, сломалось. Ты должен ввести правильный код. Код 3, 5, 4, 3. Фух! Газонокосилку выключить. Все, нормально. Никто к нам не придет, ребят. Хорошо. Видите, как сложно, ребят, следить за мотелем посреди леса. Столько всяких проблем. Еще эти медведи постоянно хотят нас съесть. Так, ну вроде проблем пока нет, ребят. Пока что все отлично, блин. И слава богу, как говорится. Так, все. 5 часов, ребят. Еще немножко, и мы с вами сможем выжить. Здесь вон вообще рельсы, шпалы. 5.13. Ну ждем, ребят, ждем следующих новостей. Кстати, если кто-то играл уже в эту игрушку, пишите свои советы в комментариях, какие лайфхаки, какие, может быть, всякие приколы, друзья. И мы во второй серии обязательно все это попробуем, все это испытаем, на все это посмотрим. Просто я играю, ребят, в первый раз, и поэтому я многого могу не знать. Но тем временем у нас практически уже 6 утра. Я напоминаю, что нам нужно было протянуть до 6. И самое главное, чтобы до 6 утра не было никаких поломок, мы сегодня ночью все починили, ребят, и по идее 3, 2, 1. Опа! Победа, друзья! Успех! Ух-ту! Какой салют, ребят, кайфовый. Все, успех. Ну и у нас тут сразу же прямиком следующая ночь. Давайте посмотрим, открылся нам ли нам какой-то противник. И сестренка, она быстрее, чем остальные. Вот у нас добавился новый противник, сестренка. Дальше, доктор. Она заставляет телефоны кругом звонить. Ух ты, целых 2 персонажа открыли. Ну что, давайте попробуем сыграть вторую ночь. И поехали. Ночь 2, вторник. Испытуемый снова попытался сбежать. В следующий раз мы будем использовать более эффективные методы. Она позаботится об этом. Мы откроем больше комнат. Что он будет делать, мистер Тед? Понятно, ребят. Короче, нас решили, знаете, напугать, то, что у нас будет больше комнат, больше проблем, и нам нужно будет больше всего делать, короче. Я надеюсь, у тебя все хорошо. Кстати, мистер Тед, будь готов к новым тестам. Проверь сегодня лесную тропу. О-хо! Мистер Тед нам говорит, чтобы мы проверили лесную тропу. Ты можешь использовать банки с медом, чтобы отвлечь медведя. Используй значок меда внизу, чтобы поставить банку. Нажми. Вопрос для подробностей. Так, используемый мед для отвлечения. Если медведь съест одну банку, он замедлится. 3 банки, он уйдет. У нас всего 3 банки, будем экономить, ребят. Так, нужно проверить лесную тропу. Так, лесная тропа у нас вот здесь. Поезда здесь довольно опасны. Я бы не завидовал тому, кто окажется между поездом. Попробуй заметить медведя. Как ты мог заметить, некоторые комнаты есть проблемы со светом? Да, поезд, уходим! Что там говорится? Как ты мог заметить, в некоторых комнатах есть проблемы со светом, в них не спрятаться. А еще сходи, проверь железную дорогу. Поезда опасны, попробуй заманить медведя под поезд. Серьезно, мы можем заманить медведя как-то под поезд? Так, ребят, у нас на складе какие-то проблемы, блин. Ребят, жесткие, склад надо проверить. Быстро сюда. Где у нас склад? Сюда. Так, где у нас склад? Следуй по стрелкам внизу карты, вперед или назад. Твой преследователь застрянет в лесу навсегда, если ты уйдешь оттуда до утра. Все понятно, короче, ребят. А-а-а! Гу назад! Как назад? Что-то я, ребят, куда-то забрел, блин. Все, мне, походу, хана. Как выйти? Ой, я запутался в лесу практически. Так, нам на склад надо. Вот сюда. Так, что тут было? Чиним, ребят, склад. Капец, блин. Код 2214. Есть. Все. Уходим. Сложно, ребят, в клубе тоже проблемы. Блин, не совсем вот я еще быстро ориентируюсь по всем этим штукам. Так, идем в клуб. Тут у нас тоже, блин, ломаю систему сигнализации, всякие системы контроля. 6154. Есть! Все, давай! Доктор, она заставляет телефоны кругом звонить. Так,
Надо выключать все телефоны. Оу, щит. Я пошел. Она все телефоны заставляет звонить, серьезно? Так. Тут нет телефона. Назад. Давай сюда. Так не звонят телефоны, не кругом. Что она врет? Все, мне хана. Я не понял, что она от меня хочет. Мишка-убийца, друзья. Ты был пойман. Прячься, оставайся незамеченным. Что-то я не врубился, ребят. Как она нас съела? Ну, телефоны и телефоны. Надо было сидеть, что ли, где-то. Так, короче, попробуем еще разочек, друзья. Попробуем аккуратно. Понятно, это мы все читали. Короче, попробуем, ребят, действительно, если эта девчонка еще раз к нам пойдет, мы супер аккуратно, очень аккуратно будем с ней играться. Так, если что, вот тут склад. А что, сейчас опять склад, ребят, загорится? Или уже что-то другое? Вот это, кстати, интересно, блин, тут все одинаковое или нет? Так, тут дорога. Поезд, сюда можно заманить, ребят, на самом деле медведя, вы понимаете? Воу! О, там еще и машинист поезда тоже медведь, ребят, был. Вы видели вообще? Так, ладно, го отсюда. Так, что-то случилось, по-моему. Да, на складе опять, ребята. Я говорил, склад — это проблемное место здесь. Так, давай вот сюда, давай на склад. Так, быстренько. Чиним. Нельзя, ребят. 8, 3, 7, 7. Так, все. Успокоились, ребят. Все нормально, все. Вот сейчас очень хорошо все. Если что, мы сможем спрятаться в лесу. Если что, мы можем дать мед. И вроде как мы можем заманить их под поезд, этих медведей. Я не совсем понимаю, как это сделать, ребят, когда они нас преследуют, как они бегают за нами. Интересная игра, ребят, достаточно сложная, надо пораскидывать мозгами здесь. А я как бы, ну, парень, ну, не умный, поэтому, ребят, надеюсь, вы мне в комментариях поможете разобраться, что-то как. Но будем сейчас пробовать. Итак, у нас 2 часа, ребят, практически. Смотрим, чтобы ничего не сломалось, вроде пока живем. Так, вон у нас проблемы в клубе, ребят. Так, давайте в клуб, я был близок. Нам вот сюда, что тут, блин, опять все сломалось. Что это, медведи тут? И вот от нее, короче, сейчас побежим в какую-нибудь первую комнату, ребят. 8, 5, 7, 8. Все, она идет, мы уходим. Уходим нафиг, короче. Или давай под поезд ее заманим. Во, гоу сюда. Что, она придет к нам? Вот что будет? Она там включает, типа, телефоны, да? Ну и ладно. Вот она! Опа! О! Что было? Я заманил ее? Доктор, она заставляет телефоны кругом. Так я заманил ее туда или нет? Я понять не могу. Она умерла или нет? Ну, поезд, как это работает? Я не понял. Медсестричка меня убила. Так, ребят, я не понял, почему ее не раздавил поезд. Потому что реально, вообще-то, я ее заманил тогда под поезд. Эту сестричку, медсестру маленькую. 1337. Все нормально. Не знаю, ребят, очень странно было, потому что, на мой взгляд, она конкретно попала под поезд, вот как и надо было. Может, типа, мед надо было положить, но вроде как мы успели, я не знаю. Ну и, короче, я понял, что нам нужно просто от нее прятаться по номерам, выключать свет и просто сидеть в тишине, блин, как мы прятались тогда от медвежонка. Просто эта сестричка быстрее за нами бегает по комнатам, насколько я понимаю, все эти отличия, вот и все. Ну, попробуем с этой попытки, получится или нет, не знаю, друзья, может быть, я вообще ошибаюсь. И все неправильно, там, знаете, надо делать, вообще на Луну полететь, чтобы спастись. Но фиг знает, но игра, ребят, реально потрясающая, держит напряжение, заставляет думать, блин. И самое главное, ребят, я люблю, она угарная. Смотрите, как я угадал с комнатой, а? Вообще, 2, 5, 4, 5. Все, уходим, вон там сестричка, ребят, все. На волю, давай домой, вот сюда. Тут главное свет выключить. Так, тут не выключается свет, или что, давайте попробуем здесь. Свет выключается? Так, все, телефон, все, свет, полностью свет. Как? Так, ладно, тут свет не выключается, блин. Гоу сюда. Так, как свет? Телефон, свет. Тихо. Свет, телефон. Свет. Тихо. Нет, я не успел, там телефон, свет, я все не успел, убило меня. 3-й раз уже. Боже, ну я тут сам тупанул. Что-то, ребят, вторая ночь как-то потяжелее первой. Первую мы как-то очень легко прошли, вторая прям очень сложная для меня пока что. Но я, в принципе, уже смысл понимаю, ребят. Но, блин, что-то все равно не успеваю. Пока там телефон, пока там свет, то все, 5-10, уже мозг взрывается и нас съедает. Опасный медведь-убийца. Вон там мусорка, блин, трясется. Там кто-то в мусорке, наверное, сидит, пасется. Так, что там? Пока все нормально, ребят, живем. 2 часа ночи, кстати, почти. Так, вот, сломался клуб, идем в клуб. Чиним.
47-81, сейчас будет она. Все, уходим от нее, ребят, просто. Тихо, доктор, да, да я понял, вот это бы еще не вылазило, блин. Так, вот тут можно скрыться. Все. Телефон-то звонит не в нашей комнате. Хе-хе-хе. Все, все? Все, ребят, я свалил от нее. Вы поняли? По идее, все, только теперь надо телефоны повыключать, или как? Да, по идее, ребят, просто теперь надо быстренько выключить телефоны и все. Ну-ка, давай назад. Так, где тут телефон? Так, тут нормально. Где-то играет, ребят. Надо выключить, по идее, его. Или пофиг на него. Так, сюда, сюда не зайти. Вот он. Все, сидим. Нету ее. Отлично, ребят. То есть все, в принципе, смысл понятен. 3 часа. Мы справились. Игрушка, телефон, свет. Сидим. Карта. А, в сарае проблемы, ребят. Нам в сарай надо. Ё-моё, блин. Видите, ребят, все, надо еще успевать, блин. Так, сарай — это где клуб? Это сюда. Вот сюда. Тут надо починить. Давай, 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 давай. Хорошо. Так, там она. Уходим от нее. Убегаем. Чё там? Сестренка, быстрее. Да я понял. Попробуем в клубе спрятаться. А! Уходим. Ушел. Ну, сюда. Сарай. Свет. Нет. Давайте попробуем банку дать. Пусть ест. Фух. Давай сюда. Попробуем в клубе. Свет. Не, в клубе, ребят, вообще гиблое дело. Давай назад. Давай отсюда. Давай сюда. Так, там в номере 1 какие-то траблы. Давайте попробуем номер 1 починить. Чиним, чиним, чиним. Спрятаны в комнате. Кто? Я не успел. А какой тут номер? 1-6? Я не угадал. 3-2. 7-6. Блин, 3-2-6. 3-2-5-6. Все, правильно, телефон. Телефон. Свет. Фух. Да неужели, блин, это что так сложно? Я еще должен был пароль угадать. Ну повезло, я угадал. Проблем нет. Проблем нет. Офигеть, ребят. Нам осталось протянуть буквально 30 секунд, блин, ну 40, ладно. Боже, хорошо, что я мед ей дал, я сообразил, капец, это сложно. Давайте эту ночь попробуем протянуть. Так, в принципе, ребят, выходим. Все, по идее, поломок не должно быть. По идее, мы сбежали от этой страшной медведицы, безумно страшной медсестрички. Офигеть, блин. Ну давай, 20 секунд, ребят, и по идее мы пройдем эту ночь. Боже мой, друзья, вот это, как говорится, жестко, вот это мы с вами запотели. Ну как там пароль надо было угадать? Я прям вижу, что там знак вопроса. И пытаюсь на этом табло найти знак вопроса. Потом пытаюсь найти цифры похожие, но в итоге подобрали, друзья, и прошли вторую ночь. Фух! Вот это, конечно, мега круто, разблокировано неограниченный режим выживания, но это понятно, это не прохождение, а просто бесконечно играть. И разблокировались, наверное, новые медведи, друзья. Лесоруб, от него ты можешь спрятаться, только в хижине, будь осторожен, время там течет быстрее. И все, дальше, ребят, закрыто. Ну что ж, у нас там третья ночь, ребят, и все такое. Если вы хотите продолжение, то пишите, конечно, об этом в комментариях, пишите советы, секреты, лайфхаки. И мы обязательно все это будем использовать в следующем ролике, если вы, конечно, опять же, захотите этого. Ну а на этом у меня все, с вами по-прежнему был Овер, огромное всем спасибо за просмотр. Смотрите, знаете про лайки, про колокольчики и про положительные комментарии. Всем большое спасибо, удачи и пока-пока!